Реабилитация Яузы – тема, к которой неравнодушно относится каждый житель округа. Мытищинцы наблюдали за всеми стадиями рекультивации реки. От подготовки, выпиловки сухостоя до очистки береговой зоны и самого дна, откуда достали большое количество различного бытового мусора и других отходов. Вторым этапом стала выемка ила. Иловые отложения местами доходили до 80 сантиметров. То есть за эти годы набралось. Ну вот, и, соответственно, из-за этого речка у нас начала расширяться, потому что мелела, да, глубина маленькая, начала цвести. Основные работы были в конце прошлого года и частично начало этого года. Депутат Государственной Думы Максим Сураев вместе с начальником контрольного управления Сергеем Покатило осмотрели набережную Яузы. Сейчас разрабатывается концепция единой зоны отдыха, которая соединит Мытищи и Москву. Проект носит название «Парк Яуза». По всей протяженности набережной будет создано большое количество пешеходных и велосипедных дорожек, зоны отдыха и обустроены пляжи. Первые шаги уже сделаны в этом направлении. А здесь вот были сделаны, вот здесь вот у нас получается собачья, да, собачья площадка для выгула собак. Там вот спортивная сделана площадка. Там у нас вот детская площадка. Поэтому вот сейчас гражданам тоже очень нравится. Получилась такая замечательная зона отдыха. Набережная заметно преобразилась. Теперь здесь приятно гулять и проводить время с детьми. Максим Сураев пообщался с жителями этого района и лично убедился, что горожане довольны благоустройством. По сравнению с тем, что было, конечно, разительные перемены здесь, да, и почистили немножко русло, и облагородили, и почистили берега. Самое главное, наверное, самое затратное, что повытаскивали те горы мусора, которые, к сожалению, с годами образовались, и люди, к сожалению, очень часто выбрасывают именно в речку. Вот, поэтому состояние намного лучше реки. Плюс мы можем увидеть, что здесь и организованы и детские площадки, и сделаны пешеходные дорожки, и велодорожки. То есть приобретает такой цивилизованный хороший вид. Благоустройство берегов продолжается. Если представленный проект будет одобрен и согласован, то жители нашего города получат самую современную зону отдыха. Все эти преобразования позволят сделать парк Яуза одним из самых комфортных в Подмосковье. Юлия Федориненко, Алла Сталаева, Алекс Степанов. Информационная программа «День».